Иду вот солнечным денечком. Посмотрите, какая красота. Как я люблю эти цветочки. Вот не знаю, как они называются. Это ж просто прелесть. Вот они. Красота. Это прелесть. Это просто сказка. Когда-то в детстве мы из них делали ноготочки. Маникюр. Ну, прелесть. Просто прелесть. Вот тут я иду по Орловской, по отремонтированной дороге, по пешеходной части, по тротуару. Господи, как я благодарю людей, которые это делали. Они теперь мои друзья. Смотрите, как красиво у нас. Это наша Орловская. Улица Орловская. Посмотрите, как у нас красиво. Видите, какая красота. Все, такая красота. Очень красиво у нас. Ой, как я люблю эти ивы плакучие. Это сказка. Смотрите, как вот тень они дают. Вот, вот жарко очень. Вот здесь можно поставить прямо кроватку целую. Вот на речке вот так поставить. Вот так вот. Лежаночку положить и лежать в тени ив таких. Вообще у нас благодатные места, красивые очень. Я живу в самом красивом месте. Брянска. Улица Орловская, Бежецкий район. У нас речка в 5 минутах. Вот я сейчас иду, а там через несколько метров вдоль вот так же вот моего пути речка. Я иду параллельно реке. Река Десна. А я Десняночка. Леночка Желанкина. Вот такая вот моя Орловская.